Всем привет! Джит-кундо – это такое явление все-таки в мире боевых, околобоевых практик различных там и так далее. И это третья часть разбора того, какое джит-кундо нам досталось. Почему это важный момент? Потому что ну, в основном, все-таки, согласитесь, последователи джит-кундо полагают, что они следуют пути, указанному Брюсом Ли. Но, ребята, это не совсем так. Все, кто практикует джит-кундо, или большинство таких бойцов, следуют пути, которые указал им Уэхара в своем учебнике. И вот почему это произошло, как это произошло, и в чем вот это вот различие, явное различие между позицией Брюса Ли и позицией Уэхары, да, вот мы разбираем как раз на протяжении 4 видео. Вот к третьему видео я вас адресую, ссылка внизу.